Ну вот попали еще пара образцов. Саша, я искал те, которые ты показал нашему на стену. Вот нашел такой. Это большой, 4 килограмма, около 4 весит. Здесь и мусковит. Вот такой вот розочкой. Здесь вот тоже пачка мусковита, даже кристаллик какой. Конечно, его разбить бы вот так пополам. Может, что-то внутри интересное было бы, но с другой стороны, образец жалко. Тут и кварц, тут вот и пигматитовое что-то. Вот и. Большой образец. И еще один попался кучам мале старых сборов. Это сказихи. Вот такой вот кварц в рубашке. Вот здесь четко видно. Внутри дымчак, а сверху светлая рубашка. Вот такой вот сросток. Жила казихи октябрьская. Там внутри тоже сидит кристаллик. Интересный образец. Еще один крупный образец нашел, но он уж очень неподъемный в посылке, конечно. Красивый кварц, но большой образец. Вон там тоже внутри животки есть. Ну, 8 килограмм. Очень большой. На солнышке бы блестел, конечно. Вот.